матери пленных, стоим под администрацией президента и ждем каких-то действий с наших, со стороны наших властей. Стоите вы в плане там с утра до вечера? Да, мы стоим с 9 до 4, до полпятого, как у нас получается, как выдерживают ноги. Потому что, вы понимаете, мы не молоды, у нас есть женщины, которые на палочке стоят. Но мы стоим под администрацией президента. Сегодня к нам выходил представитель администрации президента и спросил, что мы хотим. С вами же уже встречались, вам объяснили. Ну, простите, прошло уже 2 дня. Мы были на приеме во вторник, уже сегодня четверг. Какие-то действия со стороны администрации президента проведены, мы этого не видим. Поэтому мы объявили, что мы продолжаем свою акцию. И со следующего вторника, если не будет никаких перемен, мы будем проводить акцию под Верховной Радой. Мы на эту акцию созываем опять матерей, тех ребят, которые находятся в Донецком СБУ. Мы созываем ребят, которые служили с нашими ребятами в одних батальонах, которые уже освободились, которые уже на гражданке. То есть сюда подтянутся под Верховную Раду не только матери, но и бойцы, которые служили с нашими ребятами.